Привет, давно не виделись. Мариам. Мариам у нас учится третий год. У нас были проблемы, да, и мы, в общем, из них потихонечку вылезаем. Тема урока у нас работа с метрономом. У нас, что мы играем? Вариации. Композитор Оскар Ридинг. Вариации. Соль мажор. Мы работаем на второй вариации Андантина, где у нас идет движение какими фигурками? Триолями. Значит, на одну долю у нас есть сколько нот? Три. То есть триоли, да? Андантина. Нам нужен быстрый темп достаточно, подвижный. То есть быстрым шагом идти. Та-та-та-та-та-та. Да? Но чтобы этого добиться, начать надо с медленного. Тише едешь, дальше будешь. Значит, мы, например, берем с тобой вот такой. Нам нужно на каждую нотку. Пам-пам-пам-пам. Нет, это тоже пока для нас быстровато в данный момент. Та-та-та. Вот сыграем в начале, вот на каждую ноту у нас с тобой идет удар. То есть нам нужно постепенно разогнаться, да, чтобы наша голова думала в более быстром темпе. Давай сначала. Теперь мы чуть-чуть сдвигаем метрономчик вниз.
Играем опять на каждую ноту. У нас удар. То есть проговори. Да. Проговори. Проговори. Я до ре фа ля. Проговори четко, не надо петь. Ля до ре фа ля. До ре фа ля. Раз, два, три. Ля до ре. Начнешь ля поставила? Начнешь, когда ты будешь готова. Ля до ре. Голова думает уже быстрее. Метроном заставляет тебя думать быстрее. Давай. Раз, два, считай, три. Раз, два, три. Вот сначала не ошибается в нотке. Не думает голова быстрее. Ты ноты забываешь, да? Ля, до, ре. Пальцы помни. Первый, третий, открывай. А ты так не палец хочет, палец ничего не хочет, у него нет желаний. Желание есть вот здесь. Давай, думай. Вот еще раз. Сейчас я видела в твоих глазах, прям как ты старалась, прям каждую ноту думала о ней. И сыграла. Не давай пальцам самим играть, они не смогут. Вот, теперь мы сдвигаем еще чуть-чуть. То есть будет те же ноты, но быстрее. Ля, до, ре. Раз, два, три, как вальс. Раз, два, три. Не начинай, пока не будешь готова. А метроном внутри доли тебе играет триольки. Та-та-та-та-та-та. Раз, два, три. Раз, от ля, да, так же. Думай.
вот быстрого, да? Теперь мы попробуем сыграть сначала всю вот эту строчку, одну строчку, вот в этом быстром темпе. Договорились? Ну, вернее, мы вот так сделаем. Чуть-чуть сдвинем наверх. Соль, си, ре, соль, си, ре. Пожалуйста, уже пытайся чувствовать трехдольность. Раз, два, раз. Проблема.
сюда падаешь, то главное не сбивайся. Ля сильная доля, не верхняя ля. Еще разочек. Можешь сыграть эту долю? Ми минор. А потом сначала. Ми минор. Передохнем от его стука. Иногда нужно отдыхать. Соль, си, ре, соль, си, ре, та, та, та. Раз, два, три. Только не выходи из этого ритма. Давай, накройся. Я буду хлопать долей. Ля, ми, до. Ля, ми, до. Нет, у меня просто... Чихай.
такое бывает, да, ну вот надо подумать еще разочек. Все-таки у нас такой вот быстрый темп, не хватает нам пока внимания на всю строчку, даже на две строчки не хватает. Даже иногда не хватает на два такта. Но мы вот сейчас с тобой закончим. Вот сыграй мне, пожалуйста, все-таки попробуй соберись, сыграй эти два такта, хорошо? А потом мы пойдем на другое место. Отстанем от этого. Но смотри, чего мы с тобой добились? Мы начинали с такого вот темпа. О, у нас даже метроном нам сказал. Хватит меня использовать, я устала. Я хочу в отпуск. Да, вот с чего мы начинали и закончили мы где-то вот так. Да? И прошло у нас всего с тобой 20 минут. И мы хотя бы по два такта, но уже можем играть в более быстром темпе. Это очень хороший такой результат, я считаю. В принципе. Так, теперь, а можешь ли ты сыграть в быстром темпе? Си-до-ре. Вот если мы... Сейчас, подожди, сейчас нам нужно тоже решить, в каком темпе у нас будет. Си-до-ре. Восьмыми нотами на одну восьмую, два, две шестнадцатые, да? Си, до, ре, си, до, ре. Еще раз один так.
конец. Метронома тоже не хватило. Давай, приготовились. Ну, полчаса с игры с метрономом — это очень много. Уже, конечно же, немножко голова устала, да? Ну давай, последний раз. Сколько получится? Так что всем пока. Трудитесь. Да?